пойдем. Хватит играть в Марко Поло. Что? Ничего. Так они затопили город, чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Может. Вон какие часы. Забрал у одного старика в городе. Старый козел. Не хотел так, мне их отдавать. Левый твой. Правый мой. Ага, помню. Не понял? Ну или так. Умница. Вряд ли они одни. Да. Над тобой. А! Ничего личного. Ублюдок!
Ну, класс. Ты цела? Вроде. О, черт! Где это мы? Понятия не имею. Но, по крайней мере, тут не стреляют. Тут что-то вырезано на полу. Для чего это? Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О! Наверху, похоже, можно пролезть. Так. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Так, и как же мы отсюда выберемся? Слышишь? Ну да. Ага, это акведук. Наверху есть пролом. Око Шивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь, один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Ну, пора заканчивать. Удар мимо. Получай. Довольна собой? Ага, немного. Давай. Черт. Видишь ли, чтобы править, прежде нужно посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту. Я искореню слабую кровь юного короля. Начиная с тебя. Фрейзер, задай ему!
получилось. Вот, давай! Схватись за что-нибудь! За что? За что хочешь? Фрейзи, живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя? Ведь тут две, да? Да. Ладно. Пойдем за диском. И пушками. И пушками. Должна сказать, ты не соврала про Асава. В смысле, он выглядит таким заурядным. Да, именно этого он добивается. Даже очки наверняка для вида носит. Безвредного? Умного? Обоих. Ха. Но он и правда умен. Раньше доктором был, пока все это не началось. Так он бросил прибыльное дело? Однажды он решил, что таков его долг. Эй, уверена, что можешь идти? Да я как новенькая. Просто надо дух перевести. Вот сюда. Не спеши. Ворота в той стороне. Ага, секунду. Хочу последний разок посмотреть. Вот каким увидели его персы перед вторжением. Все? Ага. Что смешного? Да так. Отец мой столько времени потратил, а бивня тут даже не было. Идем. Давай откроем. Охренеть. Скорее, священная корова. Это Нанди. Привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт. Асав уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, и... несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история с Асавом интересовала меня больше. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину.
Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай, я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего, я пешочком прогуляюсь. Черт. Надо идти за ней. Вот она, награда за честность. Удар в челюсть. В аптечке есть обезболивающее. Но аптечка, конечно, осталась в джипе. Помедленней. Ну, хоть не уронила достоинство. Так, попробуем. А, отлично. Вот так. Это по-нашему. Один. Вот теперь она вляпалась по уши. Доберусь до нее. Залог мне уже не вернут. Их там не видно? Пока нет. Смотри внимательно. Наверняка где-то спрятались. Пешком далеко уйти не могли. А? Huh?
знаем, крепка ли его броня. Надин, не ранена. Хорошо бы. Перестань, мы ничего не сможем сделать, пока тут эти гады. Добьем остальных! Вот черт! Подкрепление! Вижу! Займись делом! Надин, все, путь чист! Держись, я сейчас! Тебе помочь? Ну вот. Не за что. Ты врала мне в глаза. Я не врала. Я просто умолчала про Сэма. Охренеть. Асаф нас обходит. Нам нужно спешить. Нам? Вот черт. Слушай, я... Говори уже! Ладно, раскроем карты. Ты мне нужна. Раньше надо было думать. Без меня ты Биви не найдешь. Но облажалась я. Да. Это типа извинения? Если это успокоит твои нервы, то да. Слушай, нам обеим тут есть что потерять. Разве нет?
Имей в виду. Для меня главное бивень. Не Сэм Дрейк. И уж точно не ты. Как скажешь. Что ты делаешь? Заметаю следы. Ха, хорошая мысль. Ого, что это? Ну а на что это похоже? Что они такое делают? Пытаются срезать. Лопни мои глаза. Ух ты! Короли повели своих людей в эти туннели. Что? Мы нашли не вход. Мы нашли заднюю дверь. Похоже, ступенчатый колодец. Ты не слушаешь. Слышишь? Теперь да. Извините. Что это? Не знаю, но это близко. Тише, девочка, тише. О, тихо, 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 не бойся. Застряла. Но вроде не ранена. Похоже, из-за тех взрывов тут все обрушилось. Спокойно. Чш-чш, не бойся. Сейчас мы тебя освободим. Стоп, стоп, стоп! Да стой ты! Надо слезть! Да успокойся ты! Ты мне или слонихе? Обеим! Тише! Тише! Вот так. Вот так вот. Куда она нас несет? Куда захочет. Вот. Хочешь поесть? Вот так. Еще? Какой аппетит? Слушай, я... У меня вообще проблемы с общением. Ты эгоистичная сволочь.
Да. Все так. Я эгоистичная сволочь. Да. Приятно слышать. Ну, слыхал, папа? Хоть что-то я переняла. Что с ним случилось? Он не умел вовремя остановиться. Получил от Министерства культуры финансирование очередной экспедиции. Убедил их, что он на пороге открытия. Как всегда на пороге открытия. Но на его лагерь напали бандиты и... Тело нашли через месяц. А мне осталась эта побрякушка. Сочувствую. О, да брось. Это был его выбор. Ну... Слушай, Фрейзер, тебе не нужно... Что она делает? Я думаю, бежит. Останови ее! Попроси их послановить! Посмотри. Вот куда она так спешила. Так вот, по поводу Сэма. Ладно, я поняла. Проехали. У нас у всех бывают проблемы. Давай мы просто об этом забудем. Ладно. Хорошо. Пошли. Даже если сегодня у нас больше ничего не выйдет, мы хотя бы воссоединили семью. Ага, только близко не подходи, у них там детеныш. Точно. Давай я сфотографирую. О, ну спасибо. Немного подвинься. Хорошо. Теперь немного наклонись и протяни руку. Что? Так гладить слона безопаснее. Большое спасибо. Я давно не видала слонов, но они же обычно побольше. Ты, наверное, видела африканских слонов, а это индийские. В чем разница? Они меньше. Их уши меньше. На лбу двойная выпуклость. Асаф оставил нам припасы. Как мило. Берем, что нужно. Неплохо. Наверх. Yeah.
Эй, там наверху. Я вижу свет сквозь воду. Привет, Белур. Не каждый день выпадает увидеть тайный город, который много веков никто не видел. Кроме Осава. Кроме Осава. И его людей. И его людей. Готова? Ты все удовольствие испортила. Понимаешь? Я готова. И как внутрь? Не знаю. Похоже, вдоль края какие-то жилища. Так что давай-ка наверх. И все скажут, что фотошоп. Вот и пускай. Другие города были намного больше. Великое сокровище здесь? Американец утверждает. Пока все прекрасно. У Виджия новый бронежилет. Что за? Я что-то видел. Я тебя прикрою. Что у тебя? Все чисто. Кто здесь? Там кто-то есть. Вот пичаку. Эй, нашел что-нибудь? Никого. Все тихо. Один из наших мертв! Мы здесь не одни! Расселимся! Что за? Они где-то здесь! Вроде все. Как у тебя? У меня чисто. Поищи там, а я гляну здесь. Конечно. Внимание! У нас снова потеря! Нельзя подвести Осава. Тут ничего.
надоедать. Они прямо здесь! У стены! Они нас засекли! Сейчас все кончится! Взять их! Опа! Тебе конец! Вижу тебя! Путь свободен. А теперь ищем выход. Ну, снова к делу. Ну, глянем, куда ведет.